Итак, дорогие друзья, меня зовут Олег Коловгудвин, как вы знаете, и на нашем базовом тренинге мы переходим к массажу лица. Вообще это как отдельная процедура может заказываться людьми. Для этого используются всякие крема дополнительные, для лифтинга специальные там масла и мази, да, крема. Но в данном случае нам важна сама техника, и для этого масло практически нам не нужно добавлять. Минимально, там буквально одна капелька или хотя бы то, что у вас осталось вот на пальцах, да, после других процедур. Значит, мягко накладываем руки, начинаем как бы тоже договариваться. Человек закрывает глаза, и пока сначала вот начинаем с мягких таких вот процедур, потихонечку переходим к более жестким разминаниям, вот с челюсти, да, то есть от центра мы ведем по массажным линиям к периферии. Чтобы не рисовать массажные линии, и вот для быстрого понимания, что мы делаем, да, сразу вот примите за внимание то, что мы делаем все движения от центра, да, к периферии уводим, в том числе и лимфу тоже. И если какие-то встречаются бугры, любые, там, брови, веки, нос, губы, да, то вокруг них, вокруг ноздрей, вокруг, там, век, да. Вот все движения практически вот на этом и завершаются. Так, а приемы какие мы используем? Ну, вот такое пощипывание. По подчелюстным вот этим вот мышцам. Еще ниже находятся под челюстью прямо лимфоузлы, да. Там мы их не давим. Жестко не делаем. Потом второй прием, это вот такой достаточно быстрый, согревающий, спиралевидный. Можно большими пальцами делать, можно всеми пальцами одновременно. То же самое со скулами, от центра, как вы видите, да, к ушам. Уходим, все скулы целиком массируем, надгубные мышцы и сверху, и снизу, тоже вот такие прищепочки на губах, и растягиваем. Вводим все вот сюда, к лимфе и туда по шее вниз. То же самое вокруг носа, ноздри обрабатываем. И мягкими движениями вводим опять вот сюда к ушам и вот по шее туда вниз спускаем. Сам нос также вот промассировали, и вот место соединения бровей, да, отдельно брови тоже мягкими спиралевидными движениями вдоль висков и туда вот уводим. Пощипали, опять тоже прием, брови, и также уводим вот туда, в подключичную зону. Лоб сам по себе. Желательно только, чтобы кожу не растягивали, да, сильно. А так, умеренное ваше напряжение. Сильное, но умеренное. Вот, весь лоб можем пройти двумя-тремя полосами. Вот так получается, да. По росту линии волос вращательными мягкими движениями уводим опять все туда и в подключичную зону. Когда мы так размассировали, да, дальше можем перейти к более жестким техникам. Помните, я лапу леопарда вам показывал, да, и шестеренки. Можно ими уже достаточно сильно вот скулы особенно разогреть, там мышцы. Мышцы наши жевательные, их там много. Вот, уже достаточно сильно и энергично. Можно даже и уши еще заодно
захватить и их промассировать.